И всем привет, меня Александр Сучков, и в данном видеоролике мы будем проходить вулкан на хардкоре, но сначала давайте я починю все, что у меня есть. Это довольно-таки офигенная цена будет, да, довольно-таки дорого, ну ладно. Мы все не проходим именно вулкан на хардкоре, понимаете, это хардкор. Вы понять можете? Так, то есть берем нашего этого, и сейчас мы попробуем все сделать. Ну а сейчас верните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Нубас. Уже прошло где-то 30 секунд. И я не могу найти хардкор. Да. Давайте проверим вообще, как это все работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, иди. Так. Это дофига, если честно. Я никогда ни на каком оружии больше не набирал, чем 10 тысяч. Это дофига, реально. Так, осталось несколько секунд, и мы начнем игру. 5 секунд. Все, мы начинаем. Так. Да, подключился человек. 10 секунд, 9, 8. А, нету медов. Охренеть. Ладно. Ожидание сервера. Сейчас мы начнем играть. Так. Так. Ожидание, значит, сервера. Сейчас ожидаем сервер. В общем, сейчас попробую я. Я не уверен, что я пройду. Раз я даже ледокол на легком не могу пройти, то вулкан на хардкоре, думаю, я вообще не пройду. Даже, наверное, нет. Но я, конечно, дойду до там... до какого-нибудь этажа, например, до третьего, но не пройду всю карту. Потому что хоть я и нубас, я там профессионал в Counter-Strike, но я не готов к хардкору, вы понимаете? Потому что это так сложно будет, это такое что-то будет нереальное, что пройти это будет просто невозможно. Вот что. Так что давайте я все-таки попробую сейчас пройти. Если, ну, не получится, ну и не получится, ладно. Хардкор это не для меня. Хотя, надо подумать, сколько я могу получить за хардкор? Вообще достижений. Внимание! Уровень, наверное, наши сразу получу новый. Там активность в секторе N26. Потому что это хардкор, это вообще там такая сложность. У человека нет медов, ничего нет. Там... исследования горячих источников. Так сложно, это просто, я не знаю, как это описать, что будет. Ваша задача выяснить, что медов там на самом деле. Нет медов. Чё не бьёт? Не русский. Спавнились, смотри. Так, начинаем проходить, в общем, мой вулкан. Только фига один. Нет, не один. Это больно, я не знаю даже как объяснить, это офигеть, как офигеть, честно. Постоянно теперь как-то... Я это, наверное, так не пойду. Как ты меня слил? Ты дебил! Зачем ты меня убил? Ты идиот, понимаешь?
Дебил! Я на него пожалуюсь, он дебил. Вообще! Вообще! Я на него напишу жалобу, короче. Все, я написал на него жалобу. Он вообще... Смотрите, как он будет проходить. Зачем ты меня убил? Я без смертей прохожу. Вообще. Я уже... Узнаю Золу и ее тщеславие. Только ей могло прийти в голову использовать свою рожу для компьютерной системы. Два раза. Это... Третий. Раз. Взял, короче, он своих взял, убил. О, медик пришел. Охрененно. Короче, я не знаю. То есть, кстати, ребят, кто знает, вот на старой версии была другая как раз тетка на вулкане, кто помнит, кто не помнит, я точно помню, что это была другая тетка. Четыре убийства, он вообще, это что такое? Он дебил. Ты дебил. Мы с Леви. В общем, ты нас зачем убил? Вообще, $9. Я не смогу ничего починить, даже никакие эти, как? Так, думал, не пройдем. Да при чем тут это? У меня, блин, здесь этих, как его? Знаков-то дофига, походу. В общем, я не представляю. 23 опыта, я не знаю. Давайте посмотрим вообще, сколько это надо будет делать. Так. Вот. Почини все. 49. Я получил только 9 за это. $9 за это. Охренеть. Просто охренеть. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поспешите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.